Биткоин кэшбэче АСТ торгуется на уровне 307. Котировки криптовалюты торгуются выше уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие бычьей тенденции по биткоин кэш. На данный момент котировки криптовалюты движутся вблизи средней границы полос индикатора Баллина-Бенц. Биткоин кэшбэче АСТ прогноз на сегодня 10 сентября 2019 в рамках прогноза курса биткоин кэш ожидается тест уровня 302. Откуда стоит ожидать попытку продолжения роста бычье АСТ и дальнейшего развития восходящей тенденции? Целью такого движения выступает область вблизи уровня 325. Консервативная область для покупок биткоин кэш располагается вблизи нижней границы полос индикатора Баллина-Бенц на уровне 288. Отменой варианта продолжения роста курса биткоин. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.